Итак, заканчиваем маленький перерыв и вперед. Давайте узнаем, кто тут шаманит над этим кораблем. Так, стоп. Похоже, чтобы попасть на мост, нам придется сделать небольшой крюк и подняться наверх. Кроме того, обратите внимание, что похоже архаизм у общества тоже замешаны в этом деле. Но будут нам мешать. Ну что ж, в таком случае, давайте проложим себе дорогу через них. Почему нельзя перепрыгнуть? Кстати, нам бы CP пофармить. А, хотя стоп, надо чуть пати обновить. Кстати, я опять остался без ресет, потому что она находится там с остальными. Мои щиты! У Агнес они тоже есть, но они такие себе у нее. Ах ты ж тварь. Бою. Блин, тут еще несколько приехали. Тихо. Так, нам наверху. Быстро, пошли. Да. Однако остерегайтесь засад и ловушек, которые могут подстерегать там. Сокровище. Ее материалы.
Стоп, это же... Так, значит, вот оно как. Да? Ну, ребят, вот. Как вам такое? Алвис и Каэли. Яхари CID но Каэра Шойка. Сурни. Значит, это Каэли из CID и... Масака думал, но... Я не ожидала такого. Значит, это ты, Алвис. Я и думать не могла, что ты можешь... Нет. Будешь способен сделать что-то подобное вместе с CID. Элэйн-сан, это вы? А чему вы вообще сейчас удивляетесь? Гильдия брейсеров Калварда помогает с арестом президента Греймхарта в качестве особого задания. Леман Сохонбу карано шоунин то Джин сан но кецдан о. Вы же тоже должны участвовать во всем этом. Мы получили одобрение. Нет. Да, мы получили одобрение из Лимана, а также от Зина-сана. Гильдия собирается арестовать президента. Да. Обычно брейсеры не вмешиваются в политические дела. Но похоже, что эта эрозия заставила его забыть и об этом. Арбис-кун, котоно кейю аратамете кикасете мораэнай кашира? Алвис-кун, не мог бы ты еще раз рассказать мне в подробностях, что произошло? Вы действительно забыли? Черт, я не знаю, что происходит с вами. Но если потребуется, я расскажу это столько раз, сколько нужно. О том, что этот человек сделал на президентских выборах 3 года назад. Об этом только недавно стало известно благодаря расследованию гильдии и CID. Прикольно. Партия Греймхарта использовала Алмату, а также а также террористов против иммигрантов для того, чтобы фальсифицировать выборы. В результате погибло немало мирных жителей. Которых он даже использовал в качестве политической пропаганды. Понятно. Значит, вот оно, что происходит. В твоем сознании. 3 года назад
имеется в виду президентские выборы, на которых он победил своего предшественника, да? Да. Некоторые источники до сих пор говорят, что есть вероятность того, что он подтасовал выборы. Но то, что он занимался чем-то незаконным, никто не смог ничего подтвердить. Не могу поверить, что они приняли такую историю. Должно быть чувство справедливости и их страсть, преданность стране заставили их в это все поверить. Ну и насчет тебя? Ты, по крайней мере, кажешься более спокойной, чем он. Если вы тоже являетесь частью этого плана, то я бы хотел бы услышать вашу версию событий, лейтенант Каэли. Касательно заявлений Алвиса Сана, мне нечего сказать. Я хочу избавиться от президента по своим личным причинам. И это никак не связано с делами гильдии. Я тоже впервые услышала о том, что случилось 3 года назад, только недавно. Однако, я уже давно была готова к такому исходу, потому что нужно будет сделать. Понятно. Значит, какие не были бы обстоятельства, похоже, ты действуешь из-за своих собственных причин. Однако, точно так же, как ты готова пойти на все ради своей цели, я тоже готов применить силу, чтобы сделать то, что мы должны. Пожалуйста, Алвис-кун, без... Нет, Алвис-кун, без обид. Элэйн-сан. Я открою вам глаза на истину. Стоп. Всё? Даже если есть что-то, что не сходится, я верю только в то, в чем я поклялась моему брату Коди. Даже несмотря на то, что они находятся в таком искаженном состоянии, их дух остается подлинным, настоящим. В таком случае, мы сейчас вам покажем,
и напомним о вашей истинной справедливости, о своем истинном пути. Так, отлично. Так, стоп, мне нужно поближе сидеть. Отлично. О! Рен, красава. Особо много пространства нету. Ну да, ребята, они все-таки реально слабые. О! Щиты! Прикольно, прикольно. Они вам не помогут. А, все. Так, как-то вообще изи. А, все? А, я... Элэйн-сан. Что я... Да, они реально очень слабы. Похоже, они оба проснулись. Да, и похоже, что эрозия, которая пыталась... охватить весь корабль, прекратилось. Но было близко. Вансан. Все в порядке? Похоже, вы справились. Два мгновения назад все Деми Грендели снаружи просто взяли и исчезли. Похоже, это из-за того, что вам удалось остановить эрозию. Да. Благодаря именно вашей помощи мы смогли все это остановить. Ну, они типа снаружи помогали. Да, кстати, я только что получил сообщение от профессора. Она сказала, что... работа по восстановлению столицы и подготовка к поддержке идет хорошо. Если все пойдет хорошо, то такими темпами... они смогут выяснить, что ж на самом деле происходит в Orbal City. Или что происходит с Orbal City на самом деле. Вот как. Это обнадеживает. В таком случае осталось... Алвискун. Ну как, ты уже успокоился? Да. Похоже, я пришел в сознание. Так, нет, стоп. А, сейчас не время для этого. Элэйн-сан, все плохо. Они. Бермути. Бермути? Что случилось? У нас тут серьезная ситуация, Вантян.
Храните спокойствие и слушайте внимательно. Похоже, что 11-я армейская дивизия только что начала массовое восстание в разных частях столицы. 11-я дивизия. Я опасался их еще с тех пор, как мы узнали, что здесь, на базе, что-то неладное происходит. Похоже, они использовали тайные подземные ходы, чтобы выбраться отсюда. Но все же, как-то слишком быстро. Неужели это... переворот? Так, значит, вот о каком плане они говорили. Похоже, это началось. Коди. Если бы я только смогла тебя остановить. Ну, кстати говоря, ранее было заметно, что ты прямо зациклена была на... Ой, блин, его звание. Не уверен, как точно она переводится. Адъютант... Нет. Прапорщик тут скорее, да? Прапорщик Коди. Вы что-нибудь знаете о том, что он пытается сделать? Да. Касательно всех этих аномалий, возможно, именно мой брат Коди является источником всего этого. Тот самый Коди-сан? Тот парень, который как раз таки мы встречали его, когда он был с президентом Роксмитом. Значит, это он твой... Нет, значит, он твой брат. И сейчас он в столице. План начался с отдельных сомнений людей в отношении президента, которые стали искаженными. И все это началось как раз-таки с Коди, который никогда не был хорошего мнения о президенте Грэм Харти. А потом... пошло все по нарастающей. Судя по тому, что мы видели на данный момент, это вполне могло быть стартовой точкой эрозии. Да. Но теперь, когда военные подняли восстание, вряд ли все закончится мирно, если остановить одного человека. Ну, как бы то ни было, нам нужно решить эту задачу. Люне, ты что-нибудь узнал?
放棄した主力は首都の第11師団だけの可能性が高い。Я сейчас как раз занимаюсь проверками. Но вполне возможно, что 11-я дивизия... Нет, но вполне возможно, что за это восстание стоит только 11-я дивизия. Шиданчога чихо эншю де фузай датта хазу. Соно ими дева, нантока ски о цкеру камо ширен. И насколько мне известно, их лидер должен был быть на тренировке в сельской местности сейчас, и не с ними. Так что мы можем воспользоваться этим. Нет, я не думаю, что вам удастся это сделать. Те, кто ответственны за этот государственный переворот, не могли не ожидать подобного вмешательства с вашей стороны. Ты имеешь в виду тех людей, которых ты начал упоминать ранее, верно? Да. Для нас, Сиэйди, эти два человека последние люди, которых мы хотели бы сделать себе врага. Нет. Которых мы хотели бы себе в роли врагов. Они способны просчитать действия на несколько шагов вперед. Могут контролировать раздробленное восстание. Стоп, неужели? Я не хочу в это верить. Но я думаю, что только они подходят под это описание. Эй, вы что, сейчас серьезно, что ли? Верно. Те, кто является движущей силой, находятся в центре этого государственного переворота, это... Тот самый Дзин-сан и шеф Килика. Ой, блин. Мы в дерьме. Мы в дерьме. Так, похоже, все улеглось. Да, но что только что случилось? Все эти пробки, аварии. Даже в новостях в Orbal City говорится, что причина до сих пор неизвестна. Но, по крайней мере, похоже, что в районе Сейден все под контролем.
Так, надо бы связаться с друзьями. Да? Какого? Нанда? Досте, гунджинга? Ой-ой, итай! Эй, какого? Да, звукорежиссер тут поработал. Мы 11-я дивизия армии Республики Калварды. И сегодня мы тут ради нашей страны. Мы поднимаемся на борьбу за свержение диктатуры Греймхарта и ради того, чтобы восстановить истинную демократию. В зависимости от того, будет ли правительство сопротивляться нам или нет, некоторые районы могут превратиться в зону боевых действий. Поэтому гражданских просим оставаться в помещениях, пока все не уляжется. И мы не доведем наше дело до конца. Чёртов Греймхарт. Нет, стоп. Чёртов Грамхарт. Так лучше, правильнее. Подумай только. Он так быстро исчез и спрятался. Но я не позволю тебе уйти безнаказанным. Чего бы мне ни стоило, я... убью его, наверное. Мы противостоим двум взводам. Подкрепления пока не видно. Когда шквал огня закончится, у нас появится шанс на контратаку. Не хочу, чтобы вы продолжали удерживать это место. Поняли. Так, тихо, тихо. Септим из моря звезд. Станьте нашей силой. Сияй во тьме. Седьмой шанс. Или как-то так. А вот и президент Калварда, Рой Греймхарт. Великолепно, Ваше Величество. Но меньшего и не стоило ожидать.
от невероятной техники использования этих камней королевской семьи. Да это ничто по сравнению с теми двумя, что делают. Не обращая внимания на госпожу Тоу, я не думал, что у конгрессмена Райна есть боевой опыт. О! Это батя Эли. Ну, это потому что так же, как и я, в молодости он служил в армии. Опа. Ракетная установка? Это плохо. Ваше Величество, президент. Быстро, отступайте. Наивные. Ничего себе. Че, Metal Gear? Отступаем быстро. Это отличная работа, господин президент. Как и следовало ожидать от бывшего подполковника воздушных десантных войск и обладателя почетной медали Шевалье. Ну, это было очень давно. Как бы то ни было, ребята, мне очень жаль, что вы были втянуты во все это. Их цель, очевидно, это я. Так что, пожалуйста, покиньте это место, пока можете. Нет. Я не могу этого сделать. Особенно в той ситуации, когда происходит кризис, который может повлиять на отношения наших стран. Я тоже не могу так поступить. И не важно, какой партии я принадлежу, я не могу закрыть глаза на все это. Хоть я не настолько хороша, как они, у меня тоже есть боевой опыт. Как человек, который стоит за организацией этих дебатов, я, по крайней мере, должна быть с вами до конца, до тех пор, пока вы не окажетесь в безопасности. Ой, вы все прямо заодно, да? Как бы то ни было, спасибо. Раз вы предлагаете, я согласен на вашу помощь. Мариэль из информационного агентства Тирель. Насчет вас... Пожалуйста, позвольте мне тоже побыть с вами.
А, ну да, без ее удачи никуда. Они все бы умерли давно. Хотя, блин, мы все-таки говорим о Грэйм Харте, который лично встречался практически с Грандмастером. Очевидно, что он непростой. Так, вернемся к тексту. Я не буду вам мешать. Я просто хочу быть уверена, что эта история дойдет до наших читателей. Мариэльсан. Ладно, тогда выбора нету. Но, пожалуйста, постарайся держаться как можно дальше от боевых действий. Кстати, я слышал, что вы обладаете прямо невероятной удачей. Надеюсь, вы не против поделиться ее со мной сегодня. Да, чё? Да, я тоже наслышан о невероятной удаче, Мариэль-кун. Да, похоже, что у него действительно очень много информации. Минасан, шито кейсацу сайгеншо, баррикаду но джунби га тотоноимашита. Так, ребята, это полиция района Сейден. Мы закончили подготовку к возведению баррикад. Если вам нужно место, которое вы хотите использовать в качестве базы, так сказать. То идите со мной, мы сможем продержаться там немного еще. Да, спасибо. Господин президент, сюда. Упс. Какого? Наконец-то я нашел тебя, Грэйм Харт. Я отомщу за господина Роксмита своими руками. Огонь! Стреляйте в них! Вот срань! Это человек. Он также приходил с миссией в Империю в тот раз. Похоже, у нас нет другого выбора, кроме как ждать их. Так, отходим от машины. Направляемся в район Ван Тейл. Как и планировали. Снайперов здесь нету, так что просто нейтрализируйте появляющихся противников и ставьте приоритет безопасность наших гостей. Мистер президент. Да, господин президент. Выкуси это. Ах ты ж тварь! Какой дешевый трюк! Не дайте ему бежать ни за что! Блин, мне нравится этот президент, реально хорош. Итак. Мы перешли на третью фазу нашего плана. И мы уверенно берем под контроль каждый район.
最小限の被害で計画を達せられるだろうな。Да, и до тех пор, пока ничего неожиданного не случится, они смогут осуществить наши планы с минимальным ущербом. Хорошо постарались, несдвигаемый и ласточка. Опа, без боли прямо. Втори на чикаро карите сэйкай датта ё. Похоже, все-таки это было правильное решение. Заручиться именно вашей помощью. Заручиться нашей помощью, да? Опа. Оп. Та-хо-мен-но-шин-шок-ни-чикара-о-саку-а-мари. 細かい部分まで改変しきれない状況。Так, это что? Ладно. Поскольку тебе приходится расходовать так много энергии на эрозию по всему городу, ты не можешь полностью изменить все, что хочешь. Вместо этого ты решил использовать... Очень экстравагантное ухищрение. Чтобы привлечь нас в качестве своих пешек. Ты действительно готов пойти на многое. Но я думаю, ты понимаешь, что если это не сработает, то тебе крышка в следующий раз. Тот факт, что тебе пришлось использовать такой трюк, доказывает, что ты действительно уже прижат к стене. Спасибо за беспокойство. Но мне кажется, я не просил вас о таких советах. Так, а вот эта фраза интересная. Вы всего лишь пустые существа, ограниченные правилами, законами. Причем используется именно то слово, которое переводится еще как «холо» именно. Так что просто заткнитесь и выполняйте свои обязанности, поняли? Вот оно как. Никогда не думал, что нечто подобное тому, что случилось в фантазме, случится и со мной.
第八とやらによって再現された。Земля теней. Ну, это что-то в третьей части. Ская было. Ну, то место, где мы там попали. И значит, вот оно, тело из осколков, теми же мыслями и способностями, что и у человека. Да, что у оригинального человека, воссозданное восьмым генезисом. Кстати, это напомнило мне о том, как мне пришлось сражаться с тобой, когда ты был хранителем. Ты была хранителем. Ражем. Но, к сожалению, у меня таких воспоминаний нету. Но я не могу не согласиться с тобой, что это довольно безвкусный метод, который можно использовать. Хотя нет, правильно будет сказать, что только человек, который на самом дне, или дно днищевское, еще можно перевести, будет так действовать. 何を言われても響かんよ。それではこのまま進めてもらおうか。 Что бы вы ни говорили, вы на меня никак не повлияете. Итак, продолжим. 君たちが立てたクーデター計画、最後まで存分に楽しませてくれたまえ。 Надеюсь, вы сделаете так, чтобы я насладился сполна этим переворотом. 失礼するわ。 Ну что ж, тогда прошу прощения, мы пойдем. Властелин пустого сада. Еще немного мое заветное желание будет исполнено. Сейчас разыгрывается увертюра переписыванию всей фальшивой истории и ценности этой страны. Хоть в этой форме они воссозданы из осколков, все равно что-то из оригинала в них есть. В таком случае, я... Меня это тоже касается? Нет. Такое не может быть. Я Алтера. Единственный ИИ, способный проявлять багрового Гренделя. Все-таки я, похоже, был прав. Она существо, которое было изменено и воссоздано эрозией. Ей приходится выполнить сейчас приказ, вопреки желанию оригинала.
び込まざるを得なかったとはいえ、хотя в моем случае все точно так же. Хоть у меня... У меня тоже не было выбора, кроме как... действовать. Не стоит быть таким пессимистом. Ты говоришь? Хотя нет, ты вроде с самого начала что-то говорил. Не то чтобы у меня не было собственной воли. Но тебе будет полезно прислушаться ко мне, юноша из мечей. 終局へと導くのはこの私、庭園の主にして真なる革命を成し遂げる者、この欺瞞に満ちた。 Именно я. Так. Именно я, властелин сада, приведу эту оперу к ее финалу. И я буду тем, кто совершит настоящую, истинную революцию. Я должен привести эту страну, которая погрязла в обман, в обмане, да что-то, весь мир, всю Земурию, в новую эру. Кунио, я Земуриао, аратанару джидайе то мичибик кото о коко ни цикао. Соре га коно цугоу но ии каракури о это, я тенмей ни эрабарета моно но... Это моя ответственность и долг, как того, кто смог заполучить свои руки. Эти удобные устройства. Нет. Тот факт, что эти устройства у меня, является доказательством того, что я был избран небесами ради этого. Так, а можно сохраниться? Так, ладно, давайте тут мы на сегодня остановимся, и продолжение следует.